Общаться с участниками конкурса в процессе выполнения заданий категорически запрещено. Они не должны отвлекаться. Даже мелкая погрешность на любом этапе может стоить победы. Здесь, например, швеи должны сшить брюки за 7 часов. Каждое действие под наблюдением экспертов. Это требования промышленные. От эскиза до воплощения готового изделия в материале. Путем жеребьевки были выбраны три характеристики: ширина брюк внизу, варианты обработки пояса и варианты обработки кармана. На олимпиаде для рабочих рук, так еще называют WorldSkills, состязаются и парикмахеры. Задача на время уложить волосы манекена в оригинальную прическу, точь-в-точь, как на этом фото, но сначала окрасить. Если касаемо окрашивания, у нас смотрится, насколько качественно выполнено окрашивание, насколько остался, например, чистый манекен, какими инструментами работают участники, как они работают, насколько они могут правильно работать со стайлингом, насколько могут его правильно подобрать, чтобы выполнить тот или другой элемент. Цель WorldSkills – популяризация рабочих профессий. В Удмуртии региональный этап проводится 5-й год подряд. В этот раз по 46 компетенциям на 19 площадках. Участники соревнований выполняют задания, разработанные по самым высоким стандартам, в помощь современное оборудование. Были созданы мастерские, закуплено современное оборудование, которое позволяет на высоком уровне провести данный региональный чемпионат по нашим компетенциям. Мы стали впервые победителями грантового проекта, национального проекта образования, в результате чего нами были оборудованы, созданы 5 мастерских. Соревнования WorldSkills – это не только возможность получить признание, но и найти отличную работу. Ежегодно на региональные туры съезжаются представители крупных компаний, чтобы отыскать самых лучших в своем деле. А победителей объявят в ближайшее время. Они станут участниками всероссийских отборочных состязаний профмастерства. Елена Обуховская, Илья Дерендяев. Новости.